Доброе утро, друзья! Особо приветствуем тех, кто только сейчас к нашему эфиру присоединился. Ольга Бурлакова, Александр Беженный в студии «Хорошего настроения». Лето в разгаре, и у кого-то, вот намекаю на Ольгу Бурлакову, скоро отпуск. Это, конечно, время прекрасное. Кто-то планирует рвануть, я прошу прощения за такие слова, за границу. А вот тут как раз-таки могут возникнуть и вопросы у них. Ну и, конечно же, любому путешественнику хочется пройти границу быстро, как говорится, без сучка и задоринки. Как не омрачить себе радостное предвкушение предстоящего отпуска? Да и сам отпуск не имеет долгов и штрафов. А оказывается, быть должником не только вредно, но и опасно. Есть вероятность того, что в один прекрасный момент вас просто не выпустят из страны в долгожданный отпуск, когда билеты куплены, или даже в командировку. Нам это докажут наши милые гости. Встречайте, пожалуйста. Судебный исполнитель отдела принудительного исполнения заводского района города Минска Светлана Сей. Доброе утро. Доброе утро. И заместитель начальника отдела принудительного исполнения заводского района города Минска Виктория Судник. Доброе утро. Доброе утро. Милые очаровательные девушки у нас в студии, но разговор будет крайне серьезным. Да. Девочки, за какие такие штрафы можно не выехать за пределы нашей страны? Ну, как правило, это штрафы различного характера. У нас на исполнении на сегодняшний день существуют такие виды взысканий, как алиментные обязательства, расходы на содержание детей, кредиты, долги за коммунальные услуги, административные, уголовные штрафы. Но всякое бывает, кто-то всякое не оплатил штраф, да, за превышение скорости, предположим. Конечно. Кто-то не знал, что даже он превысил скорость. Но незнание не освобождает от ответственности, и в конечном итоге можно просто не пересечь границу. Конечно, да. И что же мы будем делать, если вдруг произошло то, что, ну, к примеру, машина зарегистрирована по другому адресу, и вот эти письма счастья, которые сейчас многие получают, приходят именно на адрес регистрации. А человек живет в другом месте и совершенно ни о чем не догадывается. И вот собирается он выехать. Что же ему делать? Как узнать о всех его долгах? Ему просто необходимо обратиться в отдел по месту жительства, либо по месту регистрации, и узнать, имеются ли у него какие-либо задолженности по правонарушениям. На сегодняшний день у нас довольно система автоматизирована, поэтому можно обратиться к сайту ГУВД Мингорисполкома и по номеру техпаспорта, в принципе, узнать обо всех имеющихся долгах. Ну, это если мы говорим про автомобили, да? То есть, это или это же касается и алиментов, и кредитов? Угу. По алиментам, кредитам, всех остальных задолженностях необходимо обратиться по месту жительства должника. И, в принципе, судебные исполнители сообщат ему. Вот человек пришел, к примеру, за 2 недели до предполагаемого отпуска, до выезда за границу, и спросил, есть ли долг. Вот вроде бы как нету, и тут перед самым-самым отъездом, например, пришли бумаги исполнителю. И вот какие сроки предусмотрены законом, вот когда к вам приходят документы на исполнение? Я правильно выражаюсь? Да, правильно. И опять же надо предупредить человека. Вот как в таких случаях бывает? Ну, на сегодняшний день эта ситуация, вот по крайней мере по такой мере принудительного характера, как ограничение права на выезд, довольно непростая. Потому что судебные исполнители не обладают прямыми полномочиями по ограничению граждан в праве на выезд. Дабы произвести эту процедуру, судебный исполнитель вносит представление в суд, как правило, по месту нахождения, и суд уже в месячный срок, как правило, принимает решение. То есть мы правильно сейчас должны понять, что без участия человека в судебном процессе, где он все подписывает, все это слышит, все это видит, без него ничего не могут подписать, решить и ограничить его в выездах или еще в каких-то его гражданских правах. Да, просто зачастую граждане к нам приходят и говорят, вот у меня там когда-то был долг, наверное, может быть, я ограничен в чем-то. Но люди должны знать, что без вызова сторон в судебное заседание эта процедура не происходит. Ты попадаешь в так называемый черный список, есть какие-то проблемы, ты их финансово либо каким-то другим образом решил, через какое время уже ты из этого списка вычеркиваешься? То есть сколько должно пройти времени с момента уплаты и непосредственно принятия решения об исключении из списка? Опять в том же порядке. Человек приходит к судебному исполнителю своему по месту жительства, судебный исполнитель смотрит, ага, вот есть квитанция, то есть человек приносит подтверждающие документы об оплате, и судебный исполнитель в таком же порядке, как налагал, в таком же порядке и снимает. То есть выносит представление в суд, да. Ну, у нас предусмотрены изменения в законодательстве, скорее всего, со следующего года они будут внесены, и будут даны эти права судебным исполнителям. Этот срок какой может составить, я имею в виду? Не менее месяца.
То есть, опять же, то есть ты все оплатил, и потом еще месяц на то, чтобы... Не менее, то есть это от месяца и дальше. Поэтому кто планирует отпуск, ну, это естественно, но кто планирует отпуск или вообще не хочет иметь каких-то проблем с законом, то вы должны, ну, за 3 месяца, так скажем, подстраховаться и решить все вот эти неприятности, потому что другое пока не дано. Есть ли какие-то новшества еще, может быть, нововведения, какой-то более удобный сайт, может быть, где человек сам дома, сидя, может зайти куда-то и посмотреть обо всех долгах, обо всех своих нарушениях в любых сферах? Ну, в настоящее время Министерством юстиции разрабатывается соответствующая база, в которой будут включены все должники по Республике Беларусь, по всем отделам, то есть база онлайн, скажем так. Mm-hmm. И там человек может зайти и увидеть, есть ли у него долги на сегодняшний день. Если есть, то взыскатель, должник могут увидеть, какие меры произведены судебным исполнителем по тому или иному исполнительному производству. А такая вот мысль не рассматривалась, как, допустим, отправлять сообщение СМС на телефоны? Да, в настоящее время это очень распространено. У нас есть соответствующие базы, с помощью которых мы узнаем номер телефона должника и отправляем ему письмо счастья. А давайте немножко поговорим о тех людях, которые заняты в такой сфере деятельности. Большинство — это девушки. Или все-таки мужчины также работают? Да, о коллективе расскажите. Да, в большинстве случаев это девушки. Непосредственно в нашем отделе это вот 30 человек, но только 4 мужчины всего лишь. Ага. А почему так? То есть считается, что девушка может принять более грозный вид и влиять на нерадивого человека, который не платит алименты, или наоборот, чтобы не доходило до каких-то более серьезных разбирательств? Как? Да нет, в общем, если сказать, то психологи, в общем-то, утверждают о том, что девушка более лучше переносит хронические стрессы, чем мужчины. Поэтому, наверное, хронические стрессы, потому что люди приходят со своими проблемами, и зачастую они не согласны с тем, что там вынес, допустим, суд какое-то решение, или не согласны там платить за что-то, то, что они нарушили. Ну да. То есть я так понимаю, что вы все без исключения практически тоже являетесь психологами. Да, в какой-то степени, да. Потому что нам приходится выслушать, того же должника, который приходит к нам и начинает со своими проблемами рассказывать о том, что в данный момент он не может погасить штраф, кто-то там не работает, кто-то еще что-то. Поэтому, да, точку психолога все-таки приходится. Многие мужчины являются неплательщиками алиментов. Я думаю, это одна из таких самых распространенных проблем, с которой вам обращаются. Кто-то следит за уплатой, либо, если какие-то проблемы, то вы принимаете уже участие в этом процессе и в разбирательстве только после обращения, например, бывшей супруги. Да, судебные исполнители принимают участие в этом вопросе только после обращения бывшей супруги в суд и после принятия судом соответствующего решения. На основании этого решения суд направляет к нам исполнительный документ, по которому работает судебный исполнитель и уже полностью от А до Я осуществляет непосредственный контроль за оплатой. Но при этом это не освобождает должников. У них есть обязанность, предусмотренная законодательством Республики Беларусь, ежемесячно предоставлять квитанции по алиментам по всем оплатам. Спасибо вам большое, что заглянули в студию «Хорошего настроения», раскрыли много секретов, рассказали много информации. Я думаю, что она сейчас всем пригодится, и у вас должников станет гораздо меньше, соответственно, меньше работы и больше какой-то свободной минутки для себя. Да. Спасибо. Еще раз напомню, кто был у нас в гостях. Судебный исполнитель отдела принудительного исполнения заводского района города Минска Светлана Сей и заместитель начальника отдела принудительного исполнения заводского района города Минска Виктория Судник. Провожаем наших уважаемых гостей, а с вами, дорогие телезрители, увидимся через несколько минут.